Иранские источники сообщают о повышении уровня боеготовности армии, ракетных частей и ПВО из-за напряженности на границе с Азербайджаном. Армейские военно-воздушные силы на второй базе в Тебризе готовы решительно отреагировать на любую угрозу, пишет информационный канал КСИР. Повышение боеготовности иранской армии обосновывается желанием противостоять попытке Азербайджана прорубить так называемый «Зангезурский коридор» через территорию Армении. Сообщается, что иранские ВВС наблюдают за передвижением азербайджанских войск тщательнее обычного, поскольку руководству Исламской Республики стало очевидно, что Азербайджан претендует не только на территории Армении, но и Ирана. Но пока Тегеран и Баку ограничиваются игрой мускулами, время от времени делая симметричные заявления об угрозе эскалации регионального конфликта, а также выражая друг другу ноты протеста. Последний вызов посла Ирана в Баку был связан с военным самолетом «Ири», который мониторил границу с Азербайджаном. Иранский военный самолет, согласно азербайджанским источникам, летал на расстоянии 3-5 километров от государственной границы, а в некоторых случаях и над ней. Власти Ирана продолжают настаивать на том, что граница Исламской Республики с Арменией является незыблемой. На минувшей неделе Ереван и Тегеран обсудили вопросы безопасности в регионе, в том числе воинственно настроенное поведение Азербайджана, гуманитарный кризис в Арцахе из-за блокировки Лачинского коридора, а также спекуляции Азербайджана религиозной темой на международных площадках. Каждое дипломатическое обострение между Баку и Тегераном в контексте посягательств на территории Армении сопровождается задержанием азербайджанскими спецслужбами граждан Ирана по подозрению в шпионаже и распространении идей исламского радикализма. Кризис в иран-азербайджанских отношениях начался не столько из-за незыблемой армяно-иранской границы, считают международные эксперты, сколько из-за сближения официального Баку с Израилем, который активно вооружал алиевский режим в 44-дневной войне с Арцахом. 29 марта в Тель-Авиве состоится церемония открытия посольства Азербайджана. На ней участвует министр иностранных дел Джейхун Байрамов.